парке сказок Томилина прошло торжественное открытие детской игровой площадки. Помимо главного подарка – новой игровой зоны, для детей устроили целый праздник – воздушные шары, аниматоры, сладкая вата и музыка. Поздравить жителей поселка с открытием игрового комплекса приехал Владимир Волков. Дорогие друзья, добро пожаловать! Это одна из самых крупных детских площадок округа. Ее площадь составляет 4000 квадратных метров. Горки, качели, песочница – все элементы выполнены в эко-стиле. Разница с прошлой игровой зоной, по словам отдыхающих, ощутима. Я тут с детства живу, и поэтому, да, есть с чем сравнить, какой он был, как он стал. Таких площадок, по-моему, нет, вот именно больших. Очень все нравится, и детям нравится играть. Мне данная площадка очень сильно понравилась, особенно тарзанка. Детская площадка продумана до мелочей. Видеонаблюдение, освещение, а сама игровая зона поделена на две части. Одна для малышей, другая для детей постарше. Все работы проводили в рамках федеральных программ. Благодаря национальным проектам, благодаря тому, что федеральные средства приходят на территорию городов, в данном случае на территорию нашего округа, такие объекты появляются. И, конечно же, на этом мы не будем останавливаться. Будем всегда принимать участие в программах. Теперь в планах благоустройства прилегающей территории, но судя по реакции детей, им и сейчас все нравится. Круто! Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.